Продолжается газификация сельских населенных пунктов горячего ключа. Сегодня торжественно запущен газопровод низкого давления в станице Суздальской. В символическом зажжении газового факела приняли участие глава горячего ключа Александр Кильганкин и председатель городского совета депутатов Александр Коробко. Да, подносите. Ура! Пришел газ в станицу. Счастье пошло. Специалисты начали работу по подключению домов к системе газоснабжения. Во многих домах смонтированы котельные и газовое оборудование. И их владельцы этот отопительный период встретят в новых комфортных условиях. Сегодня же газ пришел в первое станичное домовладение. Есть. Да, поэтому... Я спички дам, Миша. Да тут, оказывается, она сама. Я вчера, весь вечер. Сара, еще раз спасибо вам огромное. Да, всем вам спасибо огромное. Спасибо. Газопровод общей протяженностью свыше 2 километров обеспечит снабжение части населенного пункта. Улиц Лесная и Заречная, переулка Полевого. Это очень масштабное событие, потому что люди не один год ждут. Кто-то уже получил, кто-то мечтает, а у кого-то сегодня это событие. На самом деле это... как праздник. Были определенные сложности. Самое главное – результат, что мы нашли, изыскали возможность совместно с депутатами законодательного собрания, то есть при поддержке это Кузнецов Эдуард Анатольевич, это Орленко Сергей Юрьевич, Минсельхоз, это наши газовики, наши и квартальные, и администрация, значит, ну и, конечно же, кооператив, который ходил, стучал во все двери, ну, где могли, мы помогали, нашли. Самое главное решение этого вопроса и достигнут результат, это очень приятно. Есть у нас какие-то ближайшие планы на перспективу еще по газопроводам? Конечно. Планируем поселок Приреченский запустить, понимаем, куда двигаться, что делать, и в ближайшее время после поселка Приреченский станица Мартанская. Дня, когда голубое топливо придет в станицу, ждали с 2013 года. Тогда жители Суздальской и создали кооператив. В декабре 2017 года было начато строительство. Газификация Суздальской – это одно из продолжений газификации муниципального образования. До этого факел голубого топлива зажегся в селе Безымянном, в станицах Бакинской и Саратовской.